Сейчас реконструкцией котельной номер 2 в Одинцово занимаются 25 рабочих. Завершают установку дымоходов, устройство систем водоснабжения и вентиляции здания. Работы идут по графику. Все оборудование здесь. Либо смонтировано, либо ждет своей очереди. Да. С Мособлгазом все вопросы у нас урегулированы. Да. Вместо устаревшей котельной – современный коммунальный объект. Его мощности позволят обеспечить теплом жителей 2-го и 3-го микрорайонов, а также жилой комплекс «Одинбург». Всего 43 многоквартирных дома и 6 социально значимых объектов. Следить за работой обновленной котельной можно будет даже со смартфона. В основном это отечественного производства котлы, насосы. Они полностью автоматизированы, работают в удаленном формате, то есть не нужно присутствие диспетчеров, операторов котельной постоянно. Все можно решить посредством связи. Больше никакого пара из окна видно не будет. Хорошая новость для жителей соседних многоэтажек. Новая труба значительно выше старой. Ее высота 82 метра. Строительно-монтажные работы на объекте должны завершиться до конца весны. На начало лета запланирована первая пробная топка. За лето мы отладим все системы так, чтобы к отопительному сезону уже быть полностью готовыми и закончить здесь все даже самые мелкие работы, такие как благоустройство, травка, кустарники или покраска каких-то там существующих сооружений. И хотя работы на объекте идут по плану, глава Одинцовского округа по-прежнему будет держать на личном контроле ход реконструкции котельной номер 2. Следующая проверка в рамках проекта «Выездная администрация» запланирована на конец мая. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».